В Пихемском кажуне 12 избирательных участков и более 7 тысяч избирателей. Вот уже первый бюллетень в избирательных урнах. Скажите, пожалуйста, почему вы решили прийти проголосовать? Это моя гражданская позиция. Я считаю своим гражданским долгом прийти и проголосовать. Избиратели и члены участковых комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты. При входе выдают, дезинфицируют руки, проверяют температуру, а также индивидуально выдают ручки, маски, перчатки. Соблюдение социальной дистанции обязательно. Меры безопасности одинаковы везде. К 11 часам на избирательном участке номер 115 города Туран очень оживленно. Каждый избиратель, который пришел проголосовать, считает, что каждый человек должен выразить свою гражданскую позицию. Ну, я всегда считаю нужным проголосовать, потому что это тоже зависит от нас, от нашего голоса, за кого и как мы будем жить в дальнейшем. Ну, потому что это нужно для всей страны и, в частности, для Республики Тува. Ну, основное самое – ходить на выборы. Это, я считаю, долг каждого россиянина. Я тут голосую за будущее наших детей, за страну, где я живу. Жители России проголосовать за наших государственных деятелей, так сказать. Избирательные участки будут работать до 20 часов ежедневно до 19 сентября. Избирателям напоминают об обязательном наличии паспорта. В данный момент у нас в участке присутствует 4 наблюдателя. Избиратели идут активно, почти можно сказать, 100 с лишним уже. Сейчас мы в данный момент собираемся вне помещений. Устных заявлений поступает очень много. Особенно это вне помещения у нас старше 65 лет, и которые дети малые и беременные. Мы в данный момент сейчас 10 часов уже выезжаем. В этот раз постановлением ЦИК предусмотрено два варианта хранения бюллетеней. Первый вариант – это когда стационарный ящик ежедневно опечатывается. И второй вариант – когда бюллетени ежедневно извлекаются из стационарных ящиков и запечатываются в отдельные сейф-пакеты. На месте запечатывания пакета в обязательном порядке расписываются члены участковой избирательной комиссии. Пакеты нумеруются, ставится дата и убираются в сейф. Свой уникальный номер, свой, у каждого пакета свой отдельный. Потом она печатается, она, видите, вот специально открывается, запечатывается, и все, мы ее больше не сможем открыть, пока до подсчета голосов. Вот это вот у нас. Жителям республики в трехдневный срок предстоит выбрать председателя региона, высший законодательный орган власти страны и досрочно избрать главу Тувы из числа заявленных кандидатов. Инна Клоян, Буяна Юн, Мирана Иргит, Тува 24, Пихемский кажун.